Размер данного вычета не может превышать 120 тысяч рублей в совокупности с иными социальными вычетами, предоставленными налоговым кодексом. Это вычет на свое лечение, обучение и страхование. Гражданин также может заявить расходы на физкультурно-оздоровительные услуги в отношении своих несовершеннолетних детей. Получить социальный вычет можно как в налоговом органе, так и у своего работодателя. Для получения вычета в налоговом органе необходимо по итогам 2022 года представить декларацию по форме 3 НДФЛ с копией договора о предоставлении данных услуг и кассовыми чеками. Для получения вычета у работодателя необходимо предоставить такой же пакет документов в налоговый орган, но уже в текущем периоде, и направить работодателю соответствующее уведомление и заявление. Вычет по физкультурно-оздоровительным услугам предоставляется по доходам, с которых удержан налог по ставке 13%.